Украина активно... Эта информация показывает, что объектом управляла российская ЧВК. Оу. Они называют себя Конни. Если это они... Конни? Сигнал, нам понадобится вся возможная помощь. Какая-то ЧВК, блядь. Это просто секция спортивная. Спартак, блядь. Кони, блядь. ЧВК. Пиздец. Вас просто фанаты, блядь, футбольные отхуярили. Ну, удивительно, если вот такие косы. Просто, блядь. Оп. Ладно, это по их части. Хуяк.